Всем привет, друзья! Накрыла стол пасхальный. Сейчас буду чаевничать. У меня кулич-то какой вкуснейший. Рядом с магазином даже не лежал. Магазин не сухой, не сладкий. А мой вообще, ой, просто прелесть. Я хочу свой кулич показать вам в разрезе. Видите, он какой желтенький. Вот опять же, по сравнению с магазином. А это вот Пасха в разрезе. Вот она, так вот на тарелочке лежит. Красота. Вот я положила себе кусочек Пасхи, яйцо, крашенку и кулича, который пекла сама. Ну и чай, конечно. И давайте, пожалуйста, обедать. Всем привет! Вы на канале Ольга Ворончихина. Поздравляю всех христиан с праздником Светлой Пасхи. У меня сегодня праздничный мукбанг. Пасхальный мукбанг. Сейчас будем пробовать. Это Пасха творожная. Я вам рецепт показывала приготовление на канале, на себе. Вот этот десерт, он всегда получается очень вкусный. Очень вкусный и очень нежный. Ну, первое. Года я делала из творога 18%. Бегала, искала по рыночкам домашний творог. Но очень жирно получается. Я еще, знаете, делала Пасху царская. Там вообще очень жирно. Для меня это тяжело. А вот из 5%, ну, ничем не отличается. Тут и так и масло сливочное, и яйца, поэтому я даже не знаю, зачем большой процент жирности надо для творога. Вкуснятка. Мы вчера, знаете, в группе все сбрасываем. Куличи, яйца, да кто что тряпает. Ну, у себя, у родственников. Внук смотрел на это дело и говорит: бабушка, я когда приеду, испеки мне пирожков с мясом. Правильно, думаю, что это ему тут какие-то булочки, куличи. Он же мужик, ему с мясом надо. Чебуреки, беляши. Несмотря на то, что ему 7 лет. Ну, там вот такой мужичок-мужичок. Я хочу вам показать еще раз свой кулич. Ой, какой красивый, какой красивый. А какой сладкий, а вкусный. Вы просто себе не можете представить. Я тоже пробовала. Знаете, тут есть апельсиновая цедра, придает такой аромат. Шафран, конечно, цвет придал желтками. И коньячком чувствуется. И сахар, и все. О. Даже хорошо, что он поджарился. Он, может, еще вкуснее от этого стал. Что у меня такие бледные, да? О, вкусняк. И орешки чувствуются. Тут, видите, и изюм, и цукатики, все. Вкусно. Что там говорить? Ну, а сейчас предлагаю нам с вами похристосоваться.
Вот прямо по центру хочу. Эх, не получается. Ну, в общем, Христос воскрес, ребята. Сейчас уже наступит весна, и все полностью после Пасхи должна быть весна. Конечно, у нас Пасха нынче такая в заточении, но ничего не поделаешь. Мне сегодня мама звонит, говорит, что яиц-то хоть покрасила? Я говорю, так покрасила. Не стряпала уж ничего. Я думаю, ты не знаешь, сколько я тут настряпала для себя, для одной. Так что вот. Присоединяйтесь ко мне. Яичко-то быстро залетело. На. В общем, вот такой вкуснятиной я буду сегодня баловаться целый день. На следующей неделе придется делать разгрузочный день. Потому что это даром не пройдет. Ну что, ребятки, все очень вкусно было. Еще раз поздравляю христиан с праздником Светлой Пасхи. А вообще желаю всем здоровья, терпения и счастья. С вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.